Речной порт Чебоксары открыл навигацию на пляже и в населенные пункты Заволжья. Все лето будут ходить речные трамвайчики. Маршруты Чебоксары-Заволжье по-прежнему востребованы горожанами. В прошлом году услугами трамвайчика воспользовались более 27 тысяч человек. Сезон продлится до 31 августа. Работать на маршрутах будут 4 судна. Суда наши на безопасность, они ежегодно проверяются. У нас есть организации, которые над нами контролируют. Есть речной регистр, который ежегодно выдает нам соответствующие документы. Есть, значит, Роспотребнадзор, который нам санитарное свидетельство, так документ называется, выдают. Все они нас проверяют. И, значит, Ространснадзор еще. Переправиться с правого берега на левый можно за 20 минут. Напомним, дорога Чебоксар до Сосновки на автобусе занимает около часа. В этом году на данный маршрут установлена стоимость билета для взрослого 65 рублей, детский билет стоит 34 рубля. Данные перевозки субсидируются из бюджета города Чебоксары, в связи с чем стоимость билета значительно ниже. При отсутствии субсидирования стоимость данных перевозок была в два раза дороже.